И снова здравствуйте! Сегодня на канале коротких обзоров Ашот Обзор у нас необычный экспонат, а именно смарт-браслет, фитнес-смарт-браслет от китайского производителя. Поставляется в такой коробке, модель называется i9 фиолетовый фитнес-браслет. Здесь у нас QR-коды для загрузки приложений на ваш смартфон, но мы просмотрим этот браслет без смартфона, в каком он виде есть. У нас цвета здесь представлены на краешке, и здесь функции, которые можно получить с этого смартфона. Шагометр, сердечный ритм, напоминалка о том, что пора двигаться, контролер сна, часы, сожженные калории, message sync. Синхронизатор сообщений. Ну вот еще подписано, что измеряет давление. Это мы сейчас посмотрим. В коробке у нас находится краткая инструкция на китайском языке. Ага, есть у нас измерение давления. Многие именно клюют на эту фишку, чтобы контролировать давление непосредственно на руке. Показывает. Все, больше в коробке ничего нет. Показывает оно относительно цифры. Их просто нужно скорректировать с реальными показаниями на те, которые показывают тонометр. Медицинский тонометр. Вот такое цветное изображение. Ремешок у нас в данном случае фиолетовый. Также бывает вот отличие цветов, что разного цвета ремешки, черный. Это прочее. Мы вот взяли модель фиолетовую. Зарядка осуществляется путем присоединения в данной части в зарядное устройство. Обычное micro USB. И хватает на определенный срок. То есть удобно, то неудобно. Это разное. Вот здесь зажегся светодиод. Светодиод какого-то режима измеряет давление. Измеряет давление. Вот таким образом он мигает у нас. Это светодиоды. Определяют, что у нас какие-то есть действия. Давайте посмотрим, что у нас представлено на экране. Версия 3.0.9, возможно, есть обновление. На главном экране у нас часы 02.05 по времени, 01.01 Friday. И заряд батареи, переключая. Сколько шагов мы сделали? 27 уже сделали. Прошли 17 метров, сожгли 1 килокалорию. Go. Не знаю, go режим. Так, это у нас сердцебиение, сколько, вот это давление мы измеряем, камера, управление камерой, посмотрим, как они работают на руке. Это реально данные, они легкие, совсем не тяжелые, заряда хватает примерно 2 недели, но если не будете постоянно измерять давление каждую минуту, то заряда в принципе хватит. Поплотнее заденем ремешок. Вот когда экран у нас черный в основном режиме, но когда мы так поворачиваем руку, он детектирует, что мы повернули руку, и можно показывать время. Режимы пошли, переключаем время, посмотрели шаги, степ уже 24, 35 метров, то есть одна наше каждое движение фиксирует. 2 килокалории сожгли. Это, кстати, плохо. Измеряем сердечный пульс. О, это 75 ударов в минуту и 96 содержимое кислорода. Так, я понял этот параметр. Надо его смотреть подробно, что он означает. Переходим к давлению. Измерение давления. Да, 79, 80 на 117. Ну, примерно мое давление, оно верно. И сразу, конечно, мы отмечаем, что все данные накапливаются и передаются на смартфон, где ведется статистика по измерениям. То есть без смартфона эта штуковина только для мгновенного мониторинга ситуации, пройденных шагов, количество сожженных килокалорий и мгновенный контроль пульса и давления. Если же статистику в разрезе, то необходимо нам смартфон передать данные на смартфон по Bluetooth. А также, что установить первоначально данные, как то время, как сбросить шаги, вот эти данные метраж, то везде нам нужен для этих целей будет смартфон. Программу устанавливайте из магазинов приложений официальных, коннектитесь и работайте. Вот такой прикольный подарок, цветной, яркий, может быть, да, использоваться в качестве подарка для ваших близких людей, для контроля за своей жизнедеятельностью, контроль сна и прочее. На этом все, спасибо за внимание, ставьте лайки, пишите комментарии, всем пока!